Похоже, что мы пришли в языческий парк. Здесь разные скульптуры. Интересные. Все очень организовано, тропинка ухожена, парковка есть. Какая-то касса есть. Походу, что-то можно... Лабиринт касса. Вот это, наверное, есть лабиринт. Интересно, они деньги за вход взяли-то. А выпустить выпустят, а? А за выход отдельно платить надо, если выход не нашел. За выход тебе заплатят. Конечно. Интересно, а в чем концепция? Мне кажется, на кассу сувенир. Ага. Сувениры вышедшим. Выжившим. Прикольно, что-то необычное. Я такого еще не видела. Да, это лабиринт какой-то построенный специально. Для тех, кто хочет убежать. Да, прям убежать из парка. Бегите! Бегите, глупцы! Это вроде парк богов каких-то. Ну, языческих. Да, да, да. Красивый вход. Балтийский мифологический парк. Врата в парк. Атмосферненько так. Они так все в выдержанном таком стиле, как под старину. Лавочки, урночки. Красивенько, чистенько. И вроде этот парк создан на деньги Евросоюза. Когда мы въезжали, была табличка с флажком Европейского Союза. Класс. Походу, можно будет заниматься каким-то интерактивом детям. Может, и взрослым тоже. Там лестницы, площадки. А, кстати, это детская площадка. Среда, 8 вечера, ага, люди работают. Да, тоже, смотрите, площадка детская в таком же стиле, древнем. Можно да, посмотреть. Я не знаю, видно ли вам, но там есть качельки в виде бочек. То есть можно посадить ребенка в прямом смысле в бочку или женщину, жену свою, и катать. Wasserus Rudens. Wasserus это весенний, Rudens осень. Осенняя часть, осенняя часть. Может, в язычестве есть колесо года? Ну, весна, осень, зима и лето. И за каждую часть, каждое время года отвечает какой-то свой бог, или там божество, или явление. И, похоже, они разделили этот парк, это место, на какие-то части. И тоже можно посмотреть именно скульптуры или там богов определенной части. Здесь, насколько я понимаю, в центре кто-то выступал, а его все слушали. Здесь могут проводиться всякие жертвоприношения, не знаю. Или второй вариант, я тоже подумал, может, здесь кого-то спаливали. Ну, вроде как у язычников не было инквизиции, но я могу, конечно, ошибаться. А, здесь могут купала праздновать, сжигать эту богиню, если я не ошибаюсь, смерти, Морену. Место для костра. Купала недавно было. Это же языческий праздник. Может, я не разбираюсь. Они сжигают Морену, вроде как. Там видно пепел. Ну, по-моему, здесь сжигли картошку. Это мы сейчас все так очень романтизируем, а здесь все банально. Люди приходят покушать картошку. Да. Расскажи, чем мы сегодня занимались, а?
А чем мы занимались? Мы съездили на конференцию. Да, съездили на конференцию, распечатали мне постер на конференцию. Завтра нужно с постером приходить. И все, отдыхали. На море не пошли, потому что утром был дождь, пасмурно, и только после обеда вышло солнышко. Какая у тебя тема доклада или... Неважно. 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 А, это научная тайна. Не будем грузить людей всякой непонятной информацией. Прусский бог света. Некоторых, в честь его некоторых других богов весной устраивали праздник. Очень его красиво изобразили. Звезды, птички, да. Классно. Ну, это Лада. Лада и круг созвездий, зодиак, выполнит ваши желания. Покровительница брака и любви. Согласно легенде, великая богиня Лада прародится всего живого мира, предоставляет бесконечную энергию мира. В других легендах Лада покровительница брака и любви. Таким образом, вы можете попробовать обратиться к Ладе и спросить, когда исполнится ваше заветное желание. Приверните колесо, на котором показаны знаки созвездий. Будем надеяться, что великая богиня Лада остановит колесо на знаке, при котором сбудутся ваши желания. Это будет знак, указывающий вверх через поднятые к небу руки Лады. Известны песни, в которых поклонялись Ладе, пели рефрен. Дед Ладо, дид Ладо, хлопай ладонями. 3 раза похлопайте в ладоши, чтобы исполнение желания было утверждено. Рыба. Это март. Все, теперь хлопай 3 раза в ладоши, чтобы желание... Молодец. Всё? Вот так это выглядит. Классно. Она какая-то худенькая, очень миниатюрная. Заснимем этот момент. Так, что там выпало? Ну, получается, вот этот. Это у нас три. Лео, Литос, правильно? Это, господи, август. Август месяц. Ну, так нечестно. Потому что сейчас август месяц. Ну, смотря что ты спросил. Но мы никому же об этом не скажем. Да, нельзя об этом сказать. Ладно, идем дальше по парку погуляем. И будем ехать еще куда-то. У нас такая импровизированный вечер. Просто приблизительно на карте посмотрели, куда можно поехать. И катаемся. Кто-то вообще предлагал, давай останемся. Полежим, отдохнем после конференции. Я говорю, да, нет, да, давай куда-то поедем. Ну, хорошо, что поехали. Кстати, мы там проезжали одну штучку. Сейчас будем ехать опять мимо ее, заснимем. И у нас есть вопрос, что это такое? Потому что мы совершенно не поняли, что это такое. Надеемся, что кто-то из наших подписчиков знает ответ. Будем очень благодарны за ответ. Вот здесь есть, насколько мы поняли, это рыба ловить. 2 парос, это вроде бы 2... Штучки? Нет, это 2 дня, вроде бы €45, месяц 5,80 и год 14,50 разрешение в этом водоеме ловить. И вот здесь сейчас будут... Здесь, конечно, плохо видно, сейчас ближе подъедем. Мы подъезжаем к месту, о котором мы у вас спрашивали. Вопрос открыть. Что это такое?
вам идейка жить в такой местности? Соседей поблизости нет. Домики вообще поодинокие стоят. Дальше будет видно. И до этого были тоже единичные дома. Там, да, домик. Двухэтажный маленький. То есть вообще тишина, людям прекрасно. Парк, море недалеко, минут 20 до моря. Место есть, пожалуйста. И домики не мешают один другому. Мельница! Старая красивая мельница. Вообще красотень. Вот какая огромная мельница. Да. А сейчас мы в маленьком городе Дарбенай, и здесь вот такой вот красивый костёл. Ну и сам такой чуть-чуть городок. Центральная улочка.